Вернемся в Россию. В интернете активно обсуждают поступок главы Иркутской области. Сергей Левченко во время охоты убил медведя, который мирно спал в берлоге и не думал оказывать сопротивление. Насколько это этично и, главное, законно ли, поинтересовался Илья Буклов. Это подробно отснятая видеоистория о том, как губернатор Иркутской области Сергей Левченко в компании опытных охотников и своего сына сначала подбираются к заранее подготовленной берлоге, где спит хозяин тайги. Вот дерево. Корневая система, как арматура сверху, чтобы не осыпалось. А уже затем охотники, обступив место зимовки хищника, держат наготове оружие. Сергей Левченко стреляет практически в упор. Шансов выбраться и выжить у животного нет. А совершить промах из карабина в такой ситуации сложно даже неопытному стрелку. Вон голова, бей по голове. Эти новые кадры все той же поездки губернатора опубликованы совсем недавно, но впервые о состоявшейся охоте зрителям и пользователям соцсетей стало известно еще в сентябре. Тогда видео появилось в общем доступе и за это время набрало сотни тысяч просмотров и гневных комментариев. Это видео мерзость. Убить спящего медведя — это отвратительно. Это натуральный живодер, и он кайфует от самого процесса. Надо проверить всю эту так называемую охоту на коррупционную составляющую. Поднять все документы, было ли охота разрешение, кто организовывал, где прокуратура. Знаем мы этих вип-охотников. Я этих сюжетов не видел ни разу и не буду смотреть, по большому счету, потому что я знаю, что там все законно. И это было дважды проверено Следственным комитетом, и было признано, что все законно. Ну, уж остальное, это уже те домыслы, которые я комментировать не буду. Представители губернатора выдвинули свою версию произошедшего. Кадры сделаны 2 года назад, поздней осенью, на арендованных одним из участников охоты угодьях. Их владелец заявил, что отстрел вели по лицензии, и вообще это был медведь-шатун, на которого жаловались местные жители, а в берлогу его загнали обученные лайки. Добыча медведя на берлоге исконно русский и один из самых древних видов охоты. Но вот уже 7 лет в России он полностью под запретом. Охота, жертвами которой ежегодно становились тысячи особей бурого медведя, фактически была убийством беззащитных животных. Илья Буклов, Эдуард Чужий, Виктор Строцкий, Вести, Иркутская область. Поведение на охоте губернатора и его окружение прокомментировал активист общества защиты животных города Пермь Юрий Хохлов. Когда медведь спит в берлоге, он никому не угрожает. Ничего нет в этом какого-то мужественного. На видео же его из берлоги, собственно, достают. То есть медведь-шатун — это тот, который не залегает в спячку и бродит по лесу зимой и представляет угрозу там, для жизни. Я вижу, что по всему миру идет, на мой взгляд, правильная тенденция гуманного отношения к животным. А такие вот факты, как притравы, когда притравливают, да, но сейчас это тоже уже запрещают, вот, когда это демонстративно показывают, что как, учат детей убивать. Я в этом ничего, скажем, не вижу ни прогрессивного, ни хорошего, ни улучшающего как-то человеческое достоинство, а напротив совсем.